Я считаю, что вообще это все не нужно было делать. Я очень переживаю за грузинский народ, потому что у меня здесь муж. И за российский народ, потому что у меня там мама. Я не могу сейчас говорить, я просто плакать начинаю. Я хочу попросить всех, чтобы не было войны. Потому что это не нужно никому.